В этом году исполнится 75 лет со дня Великой Победы. Особое внимание в юбилейный год уделят ветеранам войны и труженикам тыла. В январе труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий предоставлены меры ежемесячной соцподдержки на сумму более 3 миллионов рублей. Средства уже выплачены более 700 жителям республики. Размер ежемесячных денежных выплат составляет 2634 рубля реабилитированным и 2345 рублей лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий. Всего в этом году на осуществление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено более 44 миллионов рублей. Напомним, что в год 75-летия Победы по предложению Владимира Путина участники войны и труженики тыла получат разовую помощь в 75 и 50 тысяч рублей соответственно.